Всем привет, друзья, с вами Максон, и сегодня попробуем оценить игру из Стима, естественно, 35 миллиметров или 35 мм. Я не знаю просто, как правильнее оценить эту игру. Возможно, это можно было бы описать как миллиметров под калибр пули, я не знаю, если можно так выразиться. В общем, 35 мм. Игра вышла в Steam 28 мая 2016 года. На данный момент моего снятия ролика стоит 199 рублей. Все отзывы максимально положительные. Разработчик и издатель русский, я так понимаю, потому что Носков Сергей. Популярные метки для этого продукта — это постапокалипсис, атмосфера выживания. То, что я люблю. История о двух путниках, отправившихся в долгую дорогу, дорогу по пустотевшим землям, оставленным людьми после глобальной эпидемии. Глоточек воды. Русский язык полностью присутствует, а у английского нет озвучки. Да. Нашлась та игра, где нет английской озвучки, но есть русская. Да. Русские. Ну что ж, давайте оценим игру. Вообще ничего не о ней не знаю. Новая игра. Надеюсь, что вы взяли воду, чипсики, чай, печеньки. Что-то для приятного просмотра. Хватит болтать, давайте приступим. Перед нами дорога. Я даже не знаю, какое будет управление. Мы будем пешком ходить или как в The Walking Dead. Только будешь кликать, грубо говоря, мышкой и выбирать исход события. Чувствую, когда ты на даче ждешь башку с дедушкой, когда они откроют дом. На самом деле уже музыка такая чувствуется атмосферная. Уже плюс к атмосфере. Прорисовка довольно-таки приятная. В доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Так, но мы не в противогазе уже. Можно проверить свои вещи. Ты чё зажрал? А откуда фонарь светит? Ладно. Так. Да, надо таких людей проверять. Не, не то чтобы просто, не то чтобы апокалипсис там все дела. Просто бывает, даже если это твой друг, но бывает реально так, что человек, пройдясь, ничего не видит. Не то чтобы он там. Консервы. Не то чтобы чувак слепой прям, да? Но бывает, что не видит. Какой-то мужик. К сожалению, бумажки мы просмотреть не можем. Так, ну что, я... Ножик у нас прикольный, кстати говоря. Если готов, можем идти. Я готов. Что я должен сделать? Просто идти? Карты у нас нету, да, я так понимаю. Пойдем. Не, просто что я должен? Странно. В этом плане очень странно. Идем. Просто я нажал Е, если готов, можем идти, то...
должно быть какое-то подтверждение, или второй раз нажать Е, чтобы пойти, либо что-то. Ну что за фигня? Почему я должен пойти, а он потом пойдет? Немного нереалистично, наверное, так скажем. 35 мм. Довольно-таки реально так чувствуется. Непонятно, в какой мы местности, где-то ориентировочно в какой-то, ну, промеж деревень, не знаю, может, дыра какие. Будет. Мы можем делать фотографии, это классно. Но я могу и скриншоты делать, я могу позаботиться об этом персонаже. Так, но мне не в кайф вот так вот прям медленно-медленно пешком идти. Ну так-то мы уже дома прошли на самом деле, чтобы осмотреться. Так, я нашел какую-то сумку, которая не открывается. Еще такой ветер, как будто, я не знаю, зона нас ждет, какая-то сталкерская. У меня перса как-то качает, но нет никакого. Что-то базарит. Все верно. Скоро будем у дороги. А зачем ты губами шлепаешь, когда уже сказал? Ну окей. Скоро будем у дороги. Может, дождь назревает, я не знаю. Тут следы машины. Но если мы говорим, что сейчас апокалипсис, то тут при ультранастройках довольно-таки свежие следы машины. Не знаю, как было бы на минималках, но... Думаю, можно осмотреться на парня и догонить. Ну, вряд ли в жизни бы один чувак бы побежал, второй бы говорил, я тебя догоню. Если бы, я думаю, он бы услышал выстрел, он бы уже не стал догонять. Так, ножик боя. Когда услышу шелест. Я советую держаться подальше от монитора, потому что сейчас что-нибудь сейчас выпрыгнет. Ну давай! Волчара-петушара, выпрыгивай. Че, крапива? Друг, кстати, не спешит догонять. Я вам говорю, звук какой-то нездоровый. Чё, грибы? Чепенек, грибочка. Блин, экран так трясется, непонятно, нихера. У-у-у! Короче, друг меня не догонит. За нами кто-то приглядывает, я вам базарю. Белочка?
О, друг! Ты идешь? А то тут ветки скрипят по бокам. Не, отвечаю, если сейчас что-то произойдет, друг за нами не пойдет. Вот и дорога. Ну, машина. Чё за пиксели на моем мониторе? Я надеюсь, это не битые пиксели. Так, это гайцы, пробивайте номера. Сейчас будем смотреть, что за тачка. Оба. Ну, судя по внешнему, видно. Вот что там за звуки? И что, друг, ну куда я? По дороге или по тропинке? Это какой-то странный чувак. Посмотри, здесь четкие следы идут. Окей, бро, пойдем дальше. Тебя что, напрягает? Я надеюсь, вы читаете субтитры, потому что я не читаю. Ну, если вкратце, то, что там было написано, это то, что когда мы делаем снимки, однажды мы можем их просмотреть и испытать, грубо говоря, те же ощущения, что и при снятии фотографии. Грубо говоря, машина времени. Так, что, здесь кто-то однажды хавал? Так. Одна целая. Трактор. Четко, кстати, звуки передаются, то, что я прошел по луже, сразу же звук. Но здесь не так давно ездили на машинах, я так думаю. Хочешь поговорить? Так. Так, и все, все, что ты сказал? Если мы слышали хруст и никого не видели, возможно, за нами приглядывают, как мне кажется. Понятно. Я вот не додумался залезть в трактор. Пес. Thank you.
Привет, песик. Здорово, псина. Да ладно, ладно. Ну что, теперь это наш друг? Нет. А возможно, она кого-то потеряла уже? Собака. Что за... Это не говоришь, что это Слендер? Друзья, если это Слендер, я серьезно, я ставлю игру на паузу, и на этом у меня все, в принципе. Бро. Это наживка на лоха. Че, музыка такая? Меня напрягает, что еще камера так качается, как будто он вот так идет, вот прям. И куда мы движемся? Блин, вот эти вот переходы резкие. Медведь? Быстро, валим отсюда. Говно! Я не хочу оборачиваться. В открытой местности не спрятаться. Открывай дверь, мать твою! Чё тебе надо нажать? Не! Жму! Жму! А где земля? Серега, ты землю не доделал. Теперь осознание всего. What the fuck? Это попытка встать, типа. Так, у кого-нибудь такая голова была с утра? Вот точно такая же. Так. Спички, чё мы не берем? Я слышу нездоровый кашель. Перчатки или чьи-то руки из-за темного освещения плохо видно. Что за херня происходит? Что за фильмы ужасов?
Ну, серьезно. Так. Какой-то странный апокалипсис. Что здесь произошло вообще? По пути, может, мы кто-то найдем, кто нам спасет жизнь. Так, первое достижение наше. Привет. Так, кругом перчатки. Чувак вскрылся, типа, или что? Так, ящик не открывается. Амбулаторная карта Николая ФС. Постепенно с признаками лихорадки был произведен. Ля-ля-ля. Короче... Ничего нам пока не понятно. Я просто вижу кучу трупов, ничего больше. Понятно, что это больница, но ничего все-таки найти нам пока не удается. Или когда я очнулся и наступил апокалипсис. Этот чувак, с которым мы сейчас путешествуем, или что? Может, все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Вон, в натуре. Какой уговор? О чем-то? Ладно, право твое. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Ну, в принципе, как и всегда. Никто не готов к этому. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. А что нет? Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. В принципе, так везде. Машины прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Ну, вообще, в целом, всегда надо иметь кучу друзей, чтобы... Я не знал, что медицина здесь уже бесит. Чтобы у тебя было какое-то общество. Кстати, вы видите в дунах головы, или мне кажется? С вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно. Дым такой странный, вот присмотритесь, ничего не видите в дыму?
Так. На самом деле стрёмное место вообще. Дверь заблокирована с той стороны. Круто. Так, а эти двери, интересно, открыты или нет? Видеть. Ты как, нормально? Воняешь. Так, ножик, где мой боевой? А где колодец-то, ты меня не сориентировал? Я сейчас обосрусь. Я могу сейчас заорать, держу в курсе. Даже я бы залез на крышу, осмотрелся бы. Как бы блуждать ночью по неизвестной деревне такое себе. Япона мать. Так, сортир это святое. Ничего здесь нет. Ну реально, так темно сделали, что вообще жесть. Черт, я не хочу даже идти. Где колодец? Кажется, ведро было в сарае за фермой. Так, кто здесь? Вот говнище. Блин. Поэтому я хорроры на своем канале и не снимаю, и не играю в целом. Только, может быть, чуть-чуть. Мужик живой. Ведерко-то мне где надо быть? Капканы не взять. Т
Так, адаптация к ночному городу почти успешна, я уже почти не очкую. Тупая псина. Хер знает, где нам что искать. Что, ночь не кончается, да? Так, вот это испытание, вот это испытание. Так, сюда заглянем. Ну, естественно, ты мигаешь, когда я в дом захожу. Ведро было в сарае за фермой. Еще можно поискать кирпичные пристройки. Так стрёмно. Я обосрался. Твой хер он мигает. Так. Сейчас я шторку приделаю, чтобы мне было... Не освечивало немного монитора, я получше темноту это видел. Так. Ну хватит мигать, ну хватит. И без того стрёмно. Батарейки нашел, отлично. Так, к сожалению, ничего не обнаружено. Хоба! Какого хера? Так. Блин, это ёлка. Кроме меня кто-нибудь музыку слышит, стрёмно. Нет зажигалки, нет спичек. Так, кажется, ведро было, можно еще поискать. То есть... Блин, а где этот колодец? Скажите мне, я уже...
Всю деревню обрыскал. Специально вглубь деревни надо идти, да? Не стоит ходить далеко, я уже... Не знаю. В смысле, а куда идти-то, ёпта? Не стоит идти далеко. Все гораздо ближе, чем я думал. Вот, нужно найти ведро. Где? Сука. Внимательно смотрите, пожалуйста. Ты ведро, ты ведро, может ты ведро. Или ты ведро. Да не, ну серьезно, где можно найти ведро? Только бидоны вижу. Серьезно, ну что за херня? Пойдем до пристройки еще раз. Не, ну просто ведро по-разному может. Может где-то в кустах валяется, я должен его найти. Еще раз заходим сюда. Я что, для вас шутка какая-то? В сарай за фермой, либо где-то в пристройке возле колодца. Возле колодца никакой пристройки не видел там. Ну, только вот эти та, которая напротив. Просто что он имеет понятие ведро? Обычное ведро или необычное ведро? Такое бегусье. Думаю, где я сейчас найду по-быстрому почту России? Такой, иду. Колодец. Ага. Пристройка. Сэр. Все, у меня жопа горит. Ведро дайте мне. Уже все облазил.
Почему эти ящики не открываются? Мать твою. А здесь не стоит ходить далеко. В наше время это опасно. Не, просто я, может быть, слепой какой-то овощ. Сука, надо найти ведро. Тут кругом только миски, либо бидоны. Возле. Сука. Вот кирпичная пристройка. Это вот, наверное, она. Возле колодца, да? Кто-нибудь здесь видит ведро? Я не знаю, может, игра как-то багнулась. Уже все дома облазил, которые возможно. Вокруг прошел. Ну бидоны стоят, но не, ну никак не ведро. Чуваки, я не выдержу. Я думаю, вы тоже. Да ёпта, нигде нет, надо, наверное, к нему подойти. Друг. Это забавно. Это ведро? Бля, чувак, ты угораешь? Ты угораешь? Скажи мне. Вы видали? Где ведро было? В пристройке. Вы видали, где это ведерко было? Видали, где это ведерочко было? Я, возможно, не расслышали. Вы видали, где это ведерочко было? Лол. Что я смотрел? Я своей жопой рисковал. Я тут столько всего обошел. Уж думал, меня Слендер сожрет. Пиздец. Тихо. Ау. Ау. Ау.
Ведро мне сюда, мое. Блин! Ну, вылази кто-нибудь. Ну что ж, а здесь я ставлю на паузу, чтобы было желание смотреть дальше. Посмотрим, что будет, потому что мы уже 46 минут наиграли. Игра атмосферная, в целом мне понравилась. Теперь смотрите продолжение. Пока-пока.